Так, пресс Б Тубай. Подожди, мне что-то кажется, что я могу и так сесть, да? Ебать копать. Подожди, я что, могу просто взять и уехать? Я, честно говоря, почему-то... Блин, что это сейчас было? Лазил я как-то по Microsoft Store и нашел вот это вот дерьмище. Тут на самом деле и так много говна, но это, ну прям отличилось. Короче, называется это Grand Auto Town 4 или GAT 4 от какой-то студии Akashic Games. Ой, я не представляю, как вы будете смотреть на происходящее в этой игре, потому что там с FPS вообще полная жопа, там его, наверное, от силы 15-20 кадров. Ну, короче говоря... Вот, посмотрите на скриншоты. Давайте сначала посмотрим, какие тут скриншоты, и будем сравнивать их с реальной игрой. Ну, как по мне, скриншоты ничего. Но дальше будет вообще полный трэш. Итак, четвертый скриншот. Пятый. Вроде бы ничего, да? Вроде есть большой игровой мир. Есть какие-то сцены, машины, люди... Машины что-то там сбивают, самолеты даже есть, корабли, можно, видимо, плавать, вертолеты, вроде ничего, да? Причем вот эта вот студия, нажимаем на нее, и она, оказывается, имеет много игр. То есть, ну вот какую, любую, например, вот какая-нибудь такая вот, тоже от этой Акашик. Что это вообще за название такое даунское, господи, ладно. Ну, короче, я к тому, что здесь даже Subway Runners есть. Не Subway Surfers, а Subway Runners. То есть это какой-то, не знаю, клон или что это, пародия. Я хрен знает, как это вообще все работает. Ну вот хотя бы Farming Simulator, да? Что это за студия, которая выпустила Farming Simulator? А, ну, видимо, это порт с мобилы. Ясно, хуета. Итак, перед тем, как начать в это играть, нам нужно посмотреть рекламу. Да, твою мать, надо посмотреть рекламу, нажать Continue Game, вылезет реклама. Блять. Кондиционеры, холодильники. Так. Посмотрели мы это дерьмо. Игра почему-то скачивается постоянно заново. Я вот не знаю, как это работает. Она постоянно вроде как догружается. Хотя я вроде ее уже и скачал. Окей, ждем, пока это дерьмо стартанет, и готовьте выкалывать себе глаза, потому что вы вряд ли сможете вытерпеть. Ну, Unity, да. Потому что вы не вытерпите, что здесь происходит. Окей. Значит, вот наш персонаж. Я, честно говоря, не знаю, как действовать так, чтобы лагов не было. Нужно очень плавно все делать. Вращать мышкой тоже очень плавно, иначе такое начинает происходить. Ну, давайте рассмотрим мир, да, вот мы помним, какие были скриншоты и какая игра на самом деле. Так, начну с первого, от чего у меня подгорела жопа, это то, что тут, ну, просто полный ебанизм с мышкой. То есть, вот я кручу мышку, смотри, я кручу ее, да, все хорошо, крутится, крутится, крутится. Смотри, 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 сейчас, оп, все, я дальше не могу крутить. Она уперлась, смотри, я дальше не могу ее повернуть. Кручу обратно, смотри, кручу. Все, она опять уперлась. Где вы видели более ебанутую вообще систему, в которой мышка не вращается вокруг 360, а упирается в стены? Че это такое? Это как вообще? Это нормально? Я не знаю, и как мне играть-то в это? Мне нужно вот так вот мышку, да, развернуть ее на... Сколько там? Я не знаю, даже на пол оборота и ходить. Вот вроде бы так уже можно ходить и управлять. Чё это за пиздец вообще, я не представляю. Ну, я не знаю, видно вам лаги или нет, но, скорее всего, видно. Просто, они здесь просто ужаснейшие. Все лагает. Я не знаю, как это вообще пропускают в какой-нибудь там... Ну, наверняка такое дерьмо есть и в Play Market, да? Ну, хотя там вроде бы как начали бороться с этим. Ну, а Windows Store, честно говоря, меня разочаровывает. Там огромные тонны всякого дерьмища.
Наш персонаж, он даже не может идти ровно, он постоянно куда-то его ска... как-то, не знаю, он куда-то соскальзывает, то есть вот я вот иду ровно, да, вот немножко поверну, и все, он куда-то его как пьяным уносит куда-то. Так, ну, тёлка идет в текстуру, это как бы тоже нормально. Значит, а вот опять мышка уперлась, все, она уперлась, я не могу повернуть, мне надо опять сделать вот так вот полоборота, и теперь я вроде как смогу ходить и оборачиваться во все стороны. Пиздец. У меня есть, короче, миниган, который я подобрал, и P90. И причем здесь много интересных моделей автомобилей. Вот, например, Mitsubishi Lancer 9, скорее всего, Evo, Toyota Supra, Audi, Porsche, еще Audi. Вот там вот какой-то Mini Cooper, скорее всего, потом Jeep. То есть модели здесь прикольные, да, но на этом все и заканчивается. Во-первых, они... А это что за хуета? А, блядь, это же реклама, ёбаный твой рот. Конечно же, нужно посмотреть снова рекламу. Пидорасы. Ну все, мы продолжаем играть, да, после рекламной, блядь, паузы. Пиздец, вы видели подобную хуету? Игра, в которой, блядь, мало того, что невозможно что-то делать, так еще и реклама, блядь, посреди нее, сука. Я такой хуерги даже в асфальтах не видел, в других... каких-то проектах. А тут просто полный пиздос. Давайте постреляем, наконец. Я опять не могу мышкой вращать. Опять надо сделать полоборота. Пиздец, блядь. У меня две звезды, лол. Интересно, хоть какие-то мусора приедут вообще, нет? А ну, давай подождем, посмотрим. Так, и машины, кстати, у нас... Че, едут? Менты? А, нет. Так, хорошо, я получил 5 звезд. Что ж, очень интересно, чем же это все закончится. Кстати, в машину можно садиться. Сейчас я подбегу и сяду вот в Лансер. Я хочу вот в этот вот зеленый красивый Лансер. Ну, съебал отсюда вы. Поехали, блядь. Ох, пизда, блядь, дайте выехать. Да иди ты нахуй, мужик. Смотри, нихуя. Смотри, ля, что делать? У, сука, ля, блядь. И сел в нее, чё? Ай, блядь, на ходу в нее сел, да, хорош. А ну, блядь. Ясно, P90 говно. Ну что ж, давайте-ка выполним первое задание. Кстати, как я уже сказал, 5 звезд есть, но нихера не изменилось. А скриншоты, значит, нам пиздят. Там были копы, а здесь их нет. Давайте пойдем на первое задание все-таки. Смотрим этот пиздос. Плывет корабль. Значит, абсолютно без какого-либо сопровождения. Какая-то трасса на корабле автомобильная. Или что это? Веревки? Что это, блядь, такое? И мы плавно приближаемся к ужаснейшей модели двери. И не все, и нихуя. Корабль плывет, сзади нихуя не прорисовывается. И вдруг мужик летит на БМВ. О боже, что же будет? Он входит ужасно скучно в поворот. В общем, какая-то сцена. Мне начинает тошнить от этой камеры, которая туда-сюда хуярит. БМВ паркуется. И все. Вы ожидали чего-то другого? Да, я тоже, но увы. Причем у нас появился значок машины на радаре. Хз, что это такое вообще? Так, и теперь надо бежать, судя по всему, по вот этим маркерам. Блять, более ебанутого вообще проекта я не встречал. Ладно, давайте бежим, там посмотрим, что будет. И, честно говоря, я вот тут немножко охуел, потому что мы вроде бы как только что ехали за рулем этой машины, нет? Я что-то не помню. По-моему, мы только что на ней приехали, а теперь, блять, бежим опять к ней. Или я чего-то не знаю. Ну, в общем, давайте сядем, посмотрим, что будет. Sit behind the wheel, brother. Сядь рядом с колесом, братом? Чё? Окей. Go to the apartment. I'll show you my mansion. Поехали в мои апартаменты, я покажу тебе мой особняк. Ну, окей, погнали. Какой ди... А, вот, смотри, BMW, электрокар. Чё, блядь? Серьезно? Копы! О боже, блядь. Ну
Ну давай посмотрим, что будет. Просто охуеть. Нихуя себе. Ой, блядь. Нихуя, мусора появились, прикол. Так, короче, это мои апартаменты, ребята. Нихуя себе, тут даже можно сейвиться. Боже, я этого делать не буду. Я не хочу, чтобы какие-то гря... А, не, смотри, миссия выполнена. Мне вообще надо сейвиться или это можно пропустить? Пресс пэт упал, а ну-ка. Ага. Пизда, блядь. Нажал, блядь, кнопку П, нахуй, опять выскочила реклама. Я просто хуею. Ну, еще раз. А, смотри, можно все-таки, ага. Так, вок, джамп, ясно, хуета. Короче, что тут делать? Что тут вообще в этих апартаментах-то гребаных? Где мой миниган? Вот он. У меня по-прежнему... А, нет, звезды пропали. О, слава яйцам, уже звезды попропадали. Ладно, только ради вас я сохранюсь. Пресс F to save, save it. Бля, гениально просто. Все, значит, садимся опять в нашу колымагу. Sit in the car и, короче, find что-то там, job, работу, что ли, найти. Drive to... А, drive on point. Короче, едь по точкам в таксопарк. Ну, хорошо, мы едем на нашей турбо-бэхе. Ой, блядь, что я сделал? Тут можно, оказывается, вид менять. Ух, нифига себе. Не, ну типа, конечно, сама идея игры ничего, но реализована она... Блядь, а машину что так она ёбит? Реализована она, ну я не знаю, как будто ее где-то бомж в подвале собрал. Потому что даже нормальный человек, скорее всего, такую говнищу не соберет. Вот серьезно, я, блядь, честно, в ахуе. Ладно, едем на точку... вдырявить людям почку, я хуй знает. Поехали. Ну нихуя себе. Смотри, Форсаж 8. Русская версия, хуй знает. Так, мы приехали, значит. Get out your car, you are done, you good. Чё, блядь? Ну допустим. Ну допустим, и чё? Так я могу сейчас взять тачку обратно, да, лол, смотри-ка. Могу же? Смотри, блять, в чем прикол этой игры, смотри. Я точно так же могу ее просто взять и спиздить обратно, лол. Сука, какая-то ебанутая система. Ну окей, допустим. О, мустанг появился. Вот это вот то ли корвет, то ли какой-то там, не знаю, еще что-то. Бугатти Верон уже ездит, ох, нихуя себе, вот это честь. Ладно, что это такое? Такси-парк, ну-ка. Так, подожди, я что, не могу через надпись пройти, что ли? Ты серьезно? Охуеть. Так, подожди, что? Можно купить за 15 тысяч, но мне только 4. Хорошо, что это? There is order getting car. А, короче, я теперь таксистом поработаю. Ну, допустим. Поехали. He is waiting. А, впрочем, пошел он нахуй. Не буду я никуда ехать. Я хочу посмотреть, что там за иконка машинки. А это мы сейчас разъебем. А! Блять, опять реклама. Ой, пидоры, блять. Сколько же я вам денег принесу, а? Доля. Если бы вы знали, какая там реклама ёбнутая. Вот серьезно, вот по-другому не скажешь. О, Феррари, нихуя себе. А ну-ка съебали отсюда, черти. Брысь, блять, я хочу на Феррари поездить. Это же то ли Энзо, да? Это же Энзо, нет? Что это за... Блять, за мной еще и баба сейчас гоняться будет. Иди ты нахуй, слушай. Ара, не трогай мою машину. Так, что это за иконка автомобиля? Это, скорее всего, какой-то тюнинг, да? Может быть, в этой игре в самом деле есть тюнинг? Давай-ка узнаем это. Блять, как же тут удобно. Ебать, копать. Так, а ну, сваливаем. И это у нас... что это такое, Мазерати, что ли? Так, ZX. Ого! Нифига, я могу тачки выбирать. Так, ну-ка. Феррари. Так, пресс B to buy. Подожди, мне что-то кажется, что я могу и так сесть, да? Ебать копать. Подожди, я что, могу просто взять и уехать? Блять, это же гениально. Я могу
не платя за машину, просто взять и уехать. Сука, это же просто алло. Это просто атас. Так, смотри, у нас есть, значит, Хаммер. Нифига, раскраска у Лансера. Так, Лансер. Это у нас, не знаю, то ли Порш какой-то, что ли. Ауди, Супра, Фольц. Так, а что тут вообще интересного-то есть? Ну, моделей много, между прочим. Или нет? Да, много моделей. Но это ничего не меняет. Так, я хочу поездить на... На чем же я хочу поехать? Вот, Лансер. Прикольная раскраска. Так, бесплатно берем машину. И поехали, ёпт. Изи. Да. Так, я еще хотел раздолбать вот это вот чудо. Что будет? Ого, оказывается, есть триггер на провал миссии. О, мент бежит, лол. Что? Звук смерти из КС? Серьезно? Так, а можно убить человека в мор... Так, я ничего не буду говорить, вы сами видели. А интересно... Ну-ка, подожди, а если в рукопашную помутузить кого-то, что будет? А, ну ясно. Ясно, опять звуки из КС-ки. Блядь, на меня мусор... Что, блядь? Что с ним? Господи, товарищ полицейский. Дайте я вам помогу. Понятно. Мне все-таки стало интересно, что же будет, если я поработаю таксистом. Ну, давайте сгоняем, посмотрим вообще, что будет. Я подумал, а что будет, если изначально сбить того, кому мы должны подвезти? Вот кек будет, да? Ну-ка, давай попробуем. Блять, смотри, даже это продумано здесь, нихуя себе. Ну, как-то так таксисты в этой игре и работают. Блять, сейчас его, походу, опять ёбну. А, садись, братан, только я застрял. Ничего? Блин, твою мать, ну это пиздос. Country Road, take him home, блять. А как, сука, теперь вытолкнуть этот говна кусок этот пластилиновый? У него даже колеса сами крутятся, лол. Так, мне нужна еще одна машина. Господи, как в это играют вообще, я не знаю. Кто-то же в это играл, кто-то же писал отзывы об этой игре. Ебануться просто. Так, ладно, он же ко мне сядет сейчас. Э, куда ты пошел, придурок, алло? Додик, твою мать, такси-то здесь? Ты что, тупой, что ли? Садись, алло. Блять, ну зашибись, сука, он застрял. И что мне теперь делать с ним? Полупокер, садись, ёпта. Наконец-то, когда этого еблана удалось усадить, мы направляемся в точку, куда же нам по заданию, собственно, и нужно. Я, честно говоря, почему-то... Блять, что это сейчас было? Человек появился просто из ниоткуда в машине. Зашибись, это какой-то типа... Скример, что ли, я не знаю. Ну, просто на ровном... А, блядь, реклама. Гори в аду, разработчик этой игры. Я тебе другого не желаю. Знаете, я вот тут задумался. А что, если это новый вид игр? Короче, ты будешь играть во все игры бесплатно, но каждые 5 минут будет всплывать реклама. И таким образом разработчики окупят свое творение. Как вам такое? Go to the taxi park. Ну, я, в принципе, поеду с этим чуваком. Я думаю, мы с ним хорошо сдружились. Видите, он даже не хочет от меня отставать. Братюня, поехали вместе. Зачем тебе куда-то ехать? Давай лучше вместе проедемся. Просто же охуенно. Что с этой игрой не так, а? Блять, как отсюда выехать теперь? Ёб тудей. Вот, отлично. Мы поедем с этим братюней. Мы стали больше, чем просто друзья. И теперь будем ездить вместе. Независимо от того, в машине мы, блядь, или нет. Выходи из машины. О, снайперка. Слушай, тут есть снайперка. Это не АВП, да, блядь, а как же? А как же? Другого не дано. Тут все свистнуто. Вот, конечно. Так, ну, да. Прицеливание здесь все-таки, как сказать, инновационное, что ли. Ты видишь и прицел,
который нихуя не работает, и снайперку. А, АВП, даже название, да. Ну-ка. Подожди, там такая косая, что ли? А, нет, работает, ничего. Прости, братюнь, но я вынужден был это сделать. Уж прости. Похоже, со мной случилось то же, что и с тем чуваком. Я тоже застрял. Ну, просто заебись. Я ничего не могу сделать. Я вот тоже пытался выйти из машины на ходу и попал вот в это вот... Вот в эту ебанину. Причем, я так понимаю, что я ничего не могу сделать, да? Вообще никак. Не сесть в машину, ни... Да. Блять, убейте меня. А теперь машина просто всосала меня в стену, и я ничего не могу сделать вообще. Даже пострелять не могу. Просто охуенно. Зато я вижу, как выглядит игра внутри, так сказать. Хотя здесь на каждом углу видно, как она выглядит, блять, внутри. Потому что, сука, багов миллион. Ну все, пизда. Смерть! Что ж, пожалуй, я дальше не буду насиловать ни себе мозг, ни вам глаза. Если хотите, можете сами поиграть, понасиловать себя. Но я не хочу. Игра, тем более, так и зависла на этом моменте. Я ничего не мог сделать, выбраться абсолютно не получалось. Поэтому, ну его нахрен. Эта игра получает оценку минус миллиард из нуля. Всем пока. Полное говно.